Мы приехали в поселок Волна, это Темрюкский район, для того, чтобы покататься либо на параплане, либо на самолетиках. Вот так они выглядят, это самолетики, и вон там стоят зачехленные парапланы. Это вроде как соляное озеро, вот там дальше, за моей спиной, люди купаются в грязи, ну, лечебная грязь вроде как. Пошли на разведку боем, что почем. Сейчас узнаем, вообще осуществляются здесь прогулки воздушные или нет. Нам сказали, что полеты будут осуществляться ближе к 5 вечера, потому что сейчас сильный ветер, а в 3 часа он стихает. Так что, наверное, будем ждать. Грязь целебную, намазываются ей, потом топают в море. Вот. Озеро в поселке Волна. Вот оно за моей спиной. Пойдем поближе посмотрим. Жутко полезная грязюка здесь есть. Не знаю, правда, в чем ее польза. Но судя по тому, как люди в ней измазываются и с каким удовольствием там сидят. Вот как раз я вижу, в ямочке сидит парень. Смотрите. Вон, видно вам? Он торчит из земли. Ну, в общем, вот такое. Вот. Как-то я не знаю. Я вот не стала бы сюда залезать, честно. Вот сюда залазят люди, измазюкиваются этим всем. И потом, как 9 негритят, топают к воде. Но, между прочим, к воде топать очень далеко. Они засыхают просто по пути. Я не знаю, прикол. Залазь. Нет, спасибо. Это полезно. Я себя хорошо чувствую. И красиво. Видишь, как мило. Тут прям соль. Смотрите. Да? Белые кроссовки. Подожди, а как сюда зайти, чтобы не провалиться? Никак? Тут уже вот ботинки, видишь, провалены. А, нет, я все. Тогда не пойду туда. Я что-то не хочу в грязи. Ребята как-то идут, но смотри, кроссовки не испачкали. В грязи застрять не хочу. А я вот по ней гонял. Кошмар. Это все, фу, воняет. А, нет, уж спасибо. Тут все, а вон, смотри, застревают. Я потом ноги я буду чем мыть. Пятерка воды в багажнике. Нет, я не хочу. Я не буду в эту грязь лезть. Полезная же грязь. Очень. Вон туда на соль топай. Нет. Сидят, смотри. Торчат. А вон и чайки, видишь, тоже сидят. Что они на соли сидят? Охренеть, это все соль. А, люди набирают. А может ее набрать надо? Зачем? Не знаю. Больше солить потом. Камушков соляных.
прикольно. Питание в Волне в столовом выглядит вот так. Это рыбная котлета. Я ем. Это компоты, причем все кружки вот в таком состоянии. Они битые и не очень чистые. Ну, тут мы заказали блинчики, какой-то салатик. Выбор, в общем-то, не особо, и порции малюсенькие, но вот как-то так, помаши ручкой. В общем, я буду кушать только блинчики, потому что остальное несъедобно. Ребятушки, ситуация такая. Вообще мы сюда приехали для того, чтобы покататься либо на парапланах, либо на самолетах вдоль береговой линии. Нам сказали, что сейчас ветрено, где-то часа в 3-5 вот так вот можно это осуществить. Мы поехали здесь что-то типа набережной для того, чтобы покушать, потому что время уже, в принципе, обеденное было. Хотели что-то типа шашлычка. Но весь прикол в том, что все кафешки, которые похожи на точки питания, они пустые, там вообще нет людей, и ни в одной из этих кафешек нет разожженного мангала хотя бы. Ну, в общем, без вариантов поесть шашлык, поэтому мы зашли в ближайшую столовую, которая относится к самому большому на том месте какому-то комплексу, ну, типа, я не знаю, как это называется, базы отдыха, вот. Зашли туда, вроде бы люди там есть. Но кушать невозможно, ребята, серьезно. Отвратительная еда. Ну, понятно, что это столовая, да, но, блин, ну нельзя таким кормить людей, честно. Наша собака питается лучше. В итоге я вообще ничего не съела, кроме блинчика. Ну, вот как-то так. Так что, честно, вот здесь, в Волне, в поселке, делать, кроме как прокатиться на самолетике, нечего абсолютно. И вода чистая в море. Но людей на море, на берегу, очень много. Так что не знаю. Если есть, конечно, желание посмотреть соленое озеро и покататься на самолете, то да, можно. А в остальном, имейте в виду, что кушать здесь негде. На параплане нам тоже не удалось покататься, потому что только после 5, сейчас время только 2 часа, и ждать до 5 у нас нет ни малейшего желания, поэтому искупались на пляже местном. И поедем во свояси. Здесь очень горячий песок. Наша машина стоит вот там, вдалеке. Пока мы от нее дошли, я обожгла себе ноги. Вот серьезно, я обожгла себе ступни. Поэтому сейчас Рома пошел за моими башмаками. Я обуюсь, и только после этого мы поедем. Вернее, пойду по песку, потому что идти реально невозможно. Он кипяток, ребята, он кипяток. Короче, в Волне можно только искупаться на море и сходить на соленое озеро, если повезет, прокатиться на параплане. Все. Больше нечего делать. Успел. Чебурашки у них, не миньон. Так вот, что привезли из нашей недолгой сегодняшней поездки. Накупили персиков. Там у них персиковый сад. В Волне и после нее, ну, в общем, купили персиков, вкусные, очень вкусные персики. Были они там по 100 рублей разные взяли, я тут уже половину мы скушали. Персик, нектарин, слива вот такая черная, чернослив, это я не помню, почем было. Потом вот такая белая слива, медовая она называется, эту я вообще просто обожаю, она очень сладкая. И еще разный вкусный виноград. Какие сорта, я не могу сказать, я не знаю, как они называются, но... Суть в том, что очень вкусный, прям вот очень вкусный, и этот огромный пакет получился на 100 рублей, это тоже прям с полей. Ну, виноград вообще отменный, я не знаю, конечно, как мы это все съедим вдвоем, но
А что, будем набираться витаминчиков. Вообще, если честно, то мы собирались поехать в Крым. Уже как бы все, собрали с собой узелочки и в 4 часа утра сегодня хотели выезжать. Но в последний момент посмотрели в Google Maps, да и на Яндексе Рома смотрел, какие там пробки. И оказалось, что пробки просто 4-часовые на въезд и примерно такие же на выезд около Феодосии, там не доезжая. И в последний момент мы приняли решение, что в Крым мы не поедем, а поедем в этот поселок, который называется Волна, потому что просто хотели там на парапланах либо на самолетиках полетать. Но в итоге получилось так, что мы не полетали ни на параплане, ни на самолетике, потому что просто не было желания ждать до 5 часов вечера. Искупались в море, поели в какой-то непонятной столовой. Пока дошли до моря, я себе обожгла пятки, потому что песок раскаленный, как сковородка просто. Все. Собрала каких-то солевых кусочков на высохшем соленом озере. Ну, просто так, на память. Не знаю, что с ними буду делать, зачем они мне. Ну, на видео вы видели. Ну, в общем, так. Думала, будет интересная съемка, но получилось то, что получилось. Так что всем спасибо за внимание. Всех вас обнимаю. Всем пока.